И к темам неземным, если можно так сказать. Минск и Кишинев отныне связывает прямой авиарейс. Первый борт в столицу Молдовы сегодня утром вылетел из национального аэропорта. Такой воздушный дебют можно назвать беспрецедентным. С момента решения о запуске рейса до вылета из Минска прошло всего 3 недели. Обычно на организацию ходят до полугода. О перспективах маршрута Минск-Кишинев сегодня говорила приличная загрузка авиасалона. Мы на это и рассчитываем, в первую очередь, на транзит, но это не только транзит, это поможет и нашим пассажирам прямым, которые будут путешествовать между Минском и Кишиневым, быстрее добираться. Рейс где-то в районе будет длиться в районе 1,5 часов. Это намного удобнее. Раньше для этого необходимо было как минимум 6 часов. Тысячному пассажиру рейса уже обещают экскурсию в правительство Молдовы. Сегодня среди первых были и туристы, и представители деловых кругов. Родом из Молдавии, живу в Минске. Это еду к маме. Даже знаю со своей отрасли, то есть предприятия виноделия, очень тесно связаны конкретно с Молдовой непосредственно, которыми, думаю, данные рейсы будут очень интересны. В Кишиневе первый борт из Минска встречали по авиационной традиции аркой из воды. Затем он отправился в обратный путь. Самолеты между двумя столицами пока будут летать 5 раз в неделю.